Доброго времени суток. Давайте глянем с вами расклад такой, его мысли о вас. Что он думает о вас, да? Проходит время, вместе, не вместе, вы сейчас все посмотрим. Давайте посмотрим вы, он. Или давайте просто посмотрим, кто он. Расклад общий. Благодарю всех, кто на канале, так сказать, активничает. Это очень помогает развивать канал. Благодарю вас, мне очень приятно. Я вас тоже всех очень-очень уважаю и люблю. Итак, давайте посмотрим, кто он. Человек, горящий изнутри, так сказать. Тут можно говорить еще о том, что человек может быть сексуальный. То есть очень у него такая сексуальная активность. Но также это говорит о том, что человек постоянно хочет находиться в движении, в пути к себе, к своим желаниям, к осуществлению, да, такой. Вообще горит во всех сферах жизни, хочет, по крайней мере, гореть. Но у этого человека сейчас довольно подвешенная жизнь, подвисло что-то. Может быть, что-то не получается. Может быть, где-то не получается. Может быть, с кем-то не получается. Так, человеку приходится прикладывать какие-то усилия для того, чтобы, да, вообще какое-то движение вперед было. Так как на данный период времени, на данный момент человек может быть в таком, можно сказать, обездвижении. Либо человек на каком-то старте чего-то выжидает, чего-то ждет. Вот как я могу еще сказать по этим картам. Что-то новое может быть. Но пока сейчас, да, не время, видимо, к этому. И такое состояние невесомости. Давайте посмотрим его мысли о вас. Мысли о вас. Посмотрим, что же он о вас там думает. Что же он о вас думает? Разошлись, как в море корабли, называется. Да? Каждый пошел по своему пути. Была, как сказать, теплая компания в рамках семьи. Если даже семьи здесь не было, то здесь говорится о том, что на самом деле человек испытывал очень много ощущений к вам. Десятка чаш, она говорит о том, что человек, ну, по крайней мере, внутренно, да, внутренне чувствовал вас своей семьей. Родственная душа, которому, понимаете, может быть, вы одна из немногих, да, которая как-то его к себе расположили. Как-то человек, да, в присутствии вас, он был таким, как сказать, там, все время холодный, а рядом с вами, да, давал какую-то слабинку. Здесь показано, что люди, да, разошлись. Все-таки из-за эгоизма. Как двух людей, да, ваш эгоизм и эгоизм человека, да, второго вот мужчины, либо только его эгоизм. Человек мог гребсти все под себя, реализацию себя, любовь чувствовать, знаете, как не то, что чувствовать, а показывать к себе больше, переводить стрелки на себя. Такой своеобразный манипулятор-эгоист, да, который вот по девятке чаще также говорит, что человек такой, знаете, который любит праздник, любит ощущение, знаете, лидерства такого, лидер. Он любит к себе внимание приковывать больше. Видите, мысли о вас, а человек говорит о себе. Давайте посмотрим опять же мысли о вас. Что человек думает о вас? Девочки, к вам он загорается.
Но девчонки загораются, девчонки-мальчишки загораются так с периодичностью. Вспомнил, что-то зашевелилось где-то, может быть, какая-то тоска, либо прилив такого, знаете, бодрячка такого, что вот у меня там была такая женщина, да, вообще было все сексуально к вам, человек очень все еще расположен. Все еще расположен человек. Опять же, ориентируюсь здесь на свои желания, да, то есть вспомнил, покайфовал, а потом остыл, да, кого-то другого увидел. Мысли о вас, что было с вами весело, девочки. Вы располагали, вы его слушали, вы, можно сказать, потакали его желаниям. По тройке чаш, да, проводили более бурный, какое бурное время, такое, знаете, которое ему нравилось. Заводили его ум, тело, вообще все, да, старались соответствовать. Но опять же, здесь тройка девчонки чаш говорит о том, что вы были, скорее всего, не одна у него. Человек-любитель, любитель праздности, любитель проводить время, да, на широкую такую, знаете, широкой души человек. Вот такой он для всех открытый, да, для всего нового. Но опять же, может говорить тройка чаш, да, о том, что это могут быть треугольники. Кто-то женат, либо вы замужем. Какие еще мысли у человека у вас, да? Ну, о том, что, девчонки, очень часто человек выбирал. Был выбор из многих. Он выбирал, да, быть ли с вами, прийти ли к вам, например, провести ли с вами время. Вообще человек очень часто рассматривал вас под увеличительным стеклом. Что-то он хотел там разглядеть. Может быть, он это не разглядел. Но у вас все-таки был какой-то контакт, был баланс, как он считает, да, все-таки вы уравновешивали союз, так сказать, который был своеобразный такой союз. Вы его пытались уравновесить. Найти, да, какой-то общий язык. Как-то мягко так сглаживать, может быть, углы. Но все время, да, была дуальность. То есть это еще говорит о том, что человек прекрасно понимает, вспоминая, что были качели. И здесь качели могут быть с двух сторон. То есть и с его стороны качели, да, буду, не буду, люблю, не люблю. И с вашей стороны может быть точно так же. Еще мысли о вас. А вообще человек думает, что, возможно, может быть, это какая-то передышка. Может быть, передышка перед встречей. Может быть, передышка перед какими-то новыми событиями. Но человек понимает прекрасно, что вот еще по этой карте может говорить, что человек вами болен. Болен мыслями о вас. Здесь и вот эта поза, может быть, при воспоминаниях, человек загорается, ему может быть больно. Также вспоминает человек, что вы с ним были в каком-то и рабочем контакте. Может быть, вы ему помогали в работе, в осуществлении, в продвижении, какая-то помощь была. Либо здесь говорится о том, что человек вспоминает, что тоже пытался, может быть, работать над отношениями, но можно сказать, что это была начальная стадия, которая, по-видимому, никуда и не вылилась. Может быть, человек понял, что для чего-то не создан, либо вы не его человек, хотя, опять же, тут говорит о том, что какие-то отношения все-таки эти, они более болезненные, ну, для него точно. То есть он вспоминает это как какую-то рану души, рану. Хотя человек очень эгоистичный, и я не вижу, чтобы, знаете, рана была от всех. Но здесь вы как-то все равно в его душу какое-то зернышко посадили, понимаете, вот это зерно.
Может быть, человек ожидал результата какого-то своего, может быть, он пытался как-то вас переделать под себя, что у него не получилось. Потому как вы тоже, скорее всего, стали выдавать здесь вот эти вот качели. Как-то вы стали уже его тоже раскачивать, не только он вас. Поэтому и случилось вот это отдаление, этот уход, скорее всего. Давайте еще посмотрим мысли о вас. Девочки, да, сексуальный человек, он к вам не потух. Тут аж две карты, старший аркан, дьявол и король чаш. Человек, вспоминая, прямо сходит с ума, вот если честно, по дьяволу. Это такие путы, они прямо надолго. Надолго. Хочется еще рассказать, что это кармические отношения, это созависимые отношения, это болезненные отношения. Это когда два партнера могут жить абсолютно разными жизнями, но внутри них, да, каждого сидит вот этот вот второй. Это может быть шикарный секс, это может быть настолько чувственно телами люди к друг другу подходят, что вот это и выливается вот в этот, в эту нездоровую привязку. Здесь опять же идет еще король чаш, девочки. Это тоже говорит о том, что человек в вас влюблен. Пусть, конечно, он поверхностный человек, да, легкомысленный человек такой, который может любить сегодня одну, завтра другую, но, по крайней мере, в вашем, да, отношении человек, нам тут не показали, да, конечно, сколько уже у вас разрыв, но человек абсолютно помнит все. А если еще и брать дьявола, то помнит движение телами. Вот даже, видите, здесь вышли вы ему парой. Королева чаш, да, дама чаш. То есть вы с ним сошлись. Вы слились, вода к воде, вы его очаровали, у него там, не знаю, умопомрачение какое-то произошло при виде вас. Это не говорит о том, что, девочки, тут какая-то, знаете, должна быть фотомодельная внешность и так далее, запах, все, ваша улыбка, ваше прикосновение, точно так же, как он для вас, понимаете, то же самое, пара. Пара чувственных людей, которые друг в друге находили какую-то отдушину. Даже, может быть, здесь и говорится о том, что люди растворялись друг в друге в сексе. То есть удовлетворяли друг друга до такой степени, да, и сейчас то, что нет вот этой второй половины, это доставляет боль. Это, знаете, как своеобразная ломка. Мысли о вас, о том, что решение было принято спонтанно, видимо, вот этого вот расхода, разъезда. Человек почему-то принял решение идти к новому. Готов, открыт для нового был. Почему-то он своеобразно, как вот по всему этому, не видел, что ли, вас что-то, либо искал вас еще что-то, но не находил. Почему-то человек же пошел дальше. Либо человек здесь был женат, девочки, из-за этого вы не могли быть вместе. Мог быть женат. Что-то как-то сковывало его. Ну и все равно здесь показано поверхностное отношение, девочки. Человек, который постоянно смотрел вперед, вперед. Он смотрит, знаете, за всеми. То есть человек, который разносторонний, он может наблюдать за многими людьми. И здесь то же самое говорит о том, что все равно человек более такой, как сказать-то, на какое-то движение для себя куда-то еще, он легок. Легок. Он может быть тяжел в отношении других людей, но насчет себя он легок. То есть быстро теряет интерес к кому-то и проявляет интерес к другому человеку. Вот такой вот, да. Не задерживается, как у маленького ребенка, да, у него внимание такое, знаете, рассеянное. То есть он, как рыбка, через каждые 5 секунд меняет направление. Какие еще мысли о вас? О вас. В
том, что впоследствии стало все как-то немножко тягомотить. Все стало циклично. Либо ваши встречи однотипные стали, ничего нового. Либо вы стали выдавать из себя уже, как вот здесь показано, женщину уже такую, которая познала в себе ценность. Да? То есть вы стали проявлять свой характер и свой гонор. Вот так вот он считает, что вы развивались рядом с ним, вы не стояли на месте, да, вы почувствовали в себе вот эту вселенскую любовь, вы почувствовали, да, поцелуй, можно сказать, вселенной Бога, и вы раскрыли себя, вы поняли, что нет, я ягодка, да, не с твоего поля, то есть такое отношение более никчемное, да, ко мне меня уже не устраивает. Вот эта тягомотина, может быть, здесь и говорит о том, что он, скорее всего, не то, что туда, по, господи, извините за кашу, много мыслей. Он, скорее всего, понял, что вы поняли, что вот этот бег по кругу с ним вам уже не улыбался, понимаете? Вы хотели продолжения какого-то, а по умеренности здесь все было циклично. То есть одно и то же, одно и то же. Вот эти, может быть, какие-то встречи от раза к разу вам уже просто приелись. А он здесь все равно идет как человек, который жезлом. Все-таки его прельщала ваша сексуальность. Все-таки сексуальный контакт с вами был для него более важен, чем бытовуха, понимаете? Он мог там, я не знаю, мыть посуду с кем угодно, но с вами ему важен был вот этот вот контакт глаза в глаза, кожа к коже, запах к запаху. Он находил в вас то, что не находил ни в одной из женщин, понимаете? Вот это вот тогда, когда два человека становятся одним целым поистине. И мне кажется, что здесь еще человек не мог понять, да, вот это вот по семерке даже чаш, когда человек стоял на выборе, он не мог понять, почему он так желает вас, но только в одной сфере. Почему он не хочет быть 24 часа, можно сказать, вашим. Не с вами, а вашим. Вот как я скажу. Ведь то, что происходило, например, за закрытыми дверями, да, в вашем будуаре, так сказать, это было для него все. То есть он был на веревочке, вот о чем и говорит дьявол, он на веревочке был рядом с вами. То есть это было для него все. То есть вы были женщина над всеми женщинами. Это было просто адски круто, понимаете? Человек в постели спускался с вами в ад, да, и поднимался в рай. Так, ну и давайте последнее завершим все-таки его мысли о вас. Сожалеет ли человек, да, о том, что вы не вместе? Он видит изобилие. Он видит изобилие, девочки, в том, что сейчас вы изобильная женщина, у вас есть все. Почему-то он считает, что именно то, что нет его сейчас, не мешает вам сосредотачиваться на другом. Сейчас вы более изобильны, чем были. Это изобилие и гармония во всем. Тяжело ли ему? Да, ему тяжело. Но он считает, что все это произошло, как и должно быть. Вы не пара, как сказать-то, для совместной жизни. Вы пара для тайны. Для тайны, понимаете? Тайна, которая просто кружит голову до сноса башки, понимаете? До подкашивания ног. До, вот знаете, льющейся слюны. Тайна. Тут и говорит о том, что вы его тайна самая любимая. Все еще ни одну женщину он так никогда не желал и не желает.